О, привет, банда. Короче, вы все-таки проголосовали за то, чтобы я снял, сколько зарабатывают таксисты. Сегодня суббота, выходной день. Да ладно, всем похуй, ты че? Сейчас 9:30 утра. Выезжаем в 10. Возьмем автомобиль. И там уже по ходу действия будем разбираться. Поехали. А, да, не забудьте подписаться на каналчик. Итак, ну что, вот мы переоделись немножко. Теперь можно идти за тачкой. Ну вот мой аккаунт. Я сейчас иду за тачкой к Паше. Паша, это мой друг. Так, сегодня 0 рублей. Сейчас 9:47. Грубо говоря, с 10 до 10 мы будем работать в полном режиме, без отдыха. Ну, естественно, с перекусом на обед, стандарте, эконом и комфорт. Вот, вот на этих трех тарифах будем брать все заказы, естественно. Машина, на которой я буду работать, это будет Ford C-Mac. Я ее арендовал в аренду у Паши. Паша продает автомобиль и сдает в аренду. Очень дешево. Вы не найдете в Минске дешевле цен. И тачки вообще новые, в хорошем состоянии. Вот, если что, по поводу аренды, обращайтесь к нему. Я ссылочку в описании и телефон оставлю. Так, и вот этот Ачилла. Что самое интересное, мне нравится вот в этой машине. Не нравится, закрыто. Ключик нашелся, открываем. Вот, хотел вам показать, как дверь открывается. Как в маршрутке. Ну что, погнали. Ну что, так как мы взяли аренду 40 рублей в сутки, у нас запас топлива 47 километров. Ну, с таким и уровнем будем отдавать. И в итоге все посчитаем, сколько это все останется, остаток. Итак, заходим в приложуху Яндекс. У меня такая прикольная фотка на фоне ковра. 0 рублей, все, на линию. Поехали! Самолет Мариньян через 25 минут. Если я опоздаю, я покойник. Успею, вы богатый человек. Ждем первый заказ. Вот, сейчас едем на заправочку. Так, заправились на 10 рублей, запас хода 147 километров. И выходим на линию. Все, ждем сейчас первый заказ. Мазочка! Так, ставим на линию и ждем заказ. Да что это такое, а? Да что это такое, а? Яндекс! Как так можно работать? Блин, приложение тупит по полной. То включается, то выключается. Ждем первый заказ. Наконец-то все настроилось. Поедем работать, зарабатывать бабки. Так, попробуем проехать немножко дальше. Ближе к центру, может быть. Как-то в районах не особо ловятся заказы. Так что поедем в центр. Что получается, что я отдал за машину 40 рублей, заправился еще 10, в итоге 50. 50 рублей отбить за целый день и еще что-то заработать. Посмотрим. Мазочка! Так, первый заказ. Принимаем. Я миллионер. Я миллионер, первый заказ. Поехали. Так, погнали. Ждем первого клиента. Что за ужас тут творится? Итак, ребятки, мой первый заказ 8:30 наличными. Отлично, продолжить. Оцениваем пассажира. И у меня сняли почти. Смотрим, открываем. Итак, сборы. 3 рубля 40 копеек. Офигеть. Комиссия Яндекса 1 рубль 91 копейка. Комиссия парка 1 рубль 49 копеек. Блин, получается, что-то слабоватенько я заработал за этот заказ. Ладно, поехали дальше. Так, второй заказ. Принимаем. Принимаем. А, вот тут близко. Отлично. Погнали.
Так, банда, я сделал третий заказ. Смотрим сейчас. Третий заказ. О, он был долгим, длительным. 10 рублей 50 копеек. Оценим пассажиром. Так, третий заказ. 10 рублей 50 копеек. Сборы 4.31. 4 рубля 31 копеек. 50%. Это вообще какой-то пипец. 50%. Ты съездил просто, блин, 20 километров и отдал 50% Яндексу. Ну, от таксопарку и Яндексу. Это пипец. Заработал 5 рублей. Как так вообще? Нет слов. Так, банда, это был 4-й заказ. Смотрим. Итак, 9.70 доход. Оценочку. Так, мы тут приняли другой заказ, но мы смотрим доход 4-го заказа. 9.70. Нормально, 5 рублей заработок. Поехали дальше. Едем дальше. Итак, еще один заказ на 6.50. Заработок 6.50. И у меня сняли почти на все сборы 3 рубля. И мой заработок составил 3.84. Это вот с каждого заказа по копейке. Реально, по копейке. Что-то я уже подустал. А, да, у меня еще бензин заканчивается. И еще плюс 10 рублей. Надо заправляться. Сейчас поедем на заправочку. Итак, банда, я сделал 6 заказов. Сейчас еду на заправку. Нужно дополнить топливо. Дизель, кстати. Это машина дизель. Вот, и я уже что-то чувствую, проголодался. Пришло время перекусить. Вот, но это получается тоже затраты. Это нужно учесть. Так что, ребятки, что-то я уже замучился. 50% прибыли забирает. Интересно, смогу ли я отдать за аренду и погасить то, что я оплатил за бензин. Вот это мне очень интересно. Оставляйте комментарии, пишите в комментарии, смогу или не смогу, как думаете. Это вообще возможно? Вот, но у нас еще впереди, сейчас вот час 14, у нас еще впереди нормально куча времени. Ну что, ребятки, едем покушать, я уже реально уже захотел кушать. Так, на 10 рублей я заправился. У нас сейчас показывает 114 километров. Вот. Так что, ну еще на 10 покушаем. Поедем в фастфуд, KFC, так что будем там заполнять свой бак. Идем в фастфуд KFC. Время обедать. Спасибо. Приятного аппетита, хорошего дня. Я вкуснятина. Говорю сразу, это не реклама. Спасибо, дедуля покормил. Пойдем работать. Чё, возвращаемся. Фу. И снова за работу. Так. Принимать заказы. Сейчас 2 часа. Вот, нам еще осталось буквально... Осталось 8 часов, так что, ребятки, сейчас мы еще 8 часов покатаемся. Так, банда, 7-й заказ. 7-й заказ у нас 4.30 рублей. 4.30 рублей. И сколько у нас же этот заработок, интересно, да? Ну, она 4.50 уже показала. 2 рубля 66 копеек. У-ху. Идем дальше. Так, это уже 8-й заказ. И смотрим, 8-й заказ, 5.40 наличными. Наш, это 9-й заказ, извиняюсь, 9-й заказ, 5.40. Заработок 3 рубля 19 копеек. О, сборы 2.21. Что самое интересное, ребята, хочу вам сказать, что вот когда приходит вам цена 5.40, да, это уже ментально вас обманывает, то, что это не ваш заработок, потому что потом, когда они собирают сборы, да, у вас получается 3.14,
Надо показывать сразу же правду. 3.14. Я считаю, это неправильно. Потому что это на ментальном уровне, это уже обман. Вам кажется, что вы зарабатываете больше, да, но на самом деле это сумма не та, которая преподносится. И вам приходится заходить, кликать 3 раза, чтобы посмотреть, сколько вы заработали на самом деле. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Это я к чему? Хотя даже если есть такая тематика, что она показывает, сколько вы заработали за данные заказы в сумме, получается, уже без процентов. Но все равно мне кажется, что вот эта сумма, когда приходит первая, и вы видите ваш заработок, да, типа, о, я столько заработал, а на самом деле у вас снимают 50%, и вообще вы за копейки ездите, понимаете? Ментальный обман, я считаю. Ничего не понимаю. Итак, братва, смотрите, сколько я заработал. 3,90 рублей, безналичная оплата, карт. Ну что, берем еще один заказ? Пришел еще один заказ. 11-й заказ. Так что, поехали. Ну так, что хочу сказать. И мне не дают сказать. Так, я сделал 11 заказов. И за эти 11 заказов я отбил аренду машины. И сейчас 3:30. Вот. Я так сказал, что вот эти 11 заказа, это 42 рубля 43 копейки. Еще предстоит мне отбить 20 рублей бензина. И я, скорее всего, еще буду через 2 заказа снова заправлять. Итак, я выполнил 14 заказов и заработал 53 рубля. И я сейчас еду на 3-ю заправку. Еще раз заправляем 10 рублей. Заправились. Это уже последняя заправка. Это однозначно. Я больше ездить не буду, потому что в конце видео все расскажу. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Почему нет? Почему нет? Итак, банда, я взял заказ самый богатый, точнее, самый прибыльный. Это заказ в аэропорт. Смотрите, я сейчас в очереди, и я в шоке на самом деле. Так, в шоке, в шоке. Место в очереди 16-19, ждать более 4 часов. Чего? 4 часа! Для того, чтобы заработать. Сейчас посмотрим, сколько я заработал. Я привез сюда девушку. Я заработал на 15 заказе не эту сумму, не 32 рубля, которую показывает Яндекс. Вот, сейчас посмотрим настоящую сумму. 18 рублей! Это грабеж! 50%, представляете? 50%! Они просто обрубили мне доход. Хватит это терпеть! Так что, банда, я сейчас в аэропорту. Я даже не собираюсь здесь стоять. Вот, валим, короче. Валим отсюда. 4 часа, вы шутите, ребята. Нет смысла стоять в аэропорту 4 часа, я лучше поеду в городе, это время реально, потому что сейчас 6 часов. И моя прибыль составила сейчас на данный момент 15 заказов 72 рубля. 40 отдаем на аренду автомобиля и 30 на бензин. И мне еще остается 0. Мой заработок 0. И еще мне нужно сейчас уже заправляться. Представляете, мне нужно сейчас уже заправляться снова. Получается, я сейчас снова буду работать на бензин. Это как-то неприкольно. Ну вот, мы, короче, уезжаем с аэропорта. Здесь точно 4 часа стоять не будем, потому что это невыгодно. У меня же запланировано, что я работаю с 10 до 10. И получается, мне лучше 4 часа эти заработать деньги в Минске. Так, вот, заезжаем на заправочку. Вот, заправка Беларусьнефть. Заправляемся, банда. 40 рублей.
бензин, 40 рублей аренда автомобиля. И то, что на данный момент я сейчас заработал, это 78,6 рублей. Это получается снова, я сейчас заправляюсь, и мне нужно как бы наработать в плюс. Это типа моя зарплата, я так понимаю. Есть тут кто? Че, нет никого? Я что, не заправлюсь, что ли? Так, погнали. Заправляемся снова. Четвертый раз. Просто почему такая дилемма? Я заправляю 4 раза по 10 рублей, потому что у меня электроавтомобиль, и я вообще не знаю, сколько жрет дизель. Я не знаю, это много, немного. Но по сути, как бы немало, наверное. 1,6 дизель. Ford. Че, сейчас едем в город. Отрабатывать. Ждать мы точно не будем. Сколько там ждать? Более 4 часов. Нет, ребятки. Банда, поедем в город. Итак, банда. Я сделал 17 заказов. И я захотел кушать. И это еще минус 10 рублей. Ну что, банда, хочу сказать, что один дизель не работает. А второй работает. Я 5-й раз уже на заправке. И у меня осталось 15 километров. Заправляемся 5-й, последний раз. У меня осталось 2 часа до 10. До окончания рабочего дня. Так что заправляемся. Итак, ребята, можете меня поздравить. Это был мой последний заказ. Фу. Боже мой, да всем насрать. Ставим 5 звездочек. В итоге, что берем? 21 заказ за 12 часов, заработал 96 рублей. Давайте же подсчитаем. Я потратил 40 рублей на машину, потратил на заправку 50 рублей и покушать 20 рублей. В итоге это получается 110. Банда, это провал, это вообще пиздец. Просто реально, прямым словом, это просто пиздец. Работать в Яндексе и зарабатывать в минус. Вы что, с ума сошли, что ли? Нет, все, до свидания, ребятки, забыл отключиться. Заказ отменен. Да, заказ отменен, хватит, все, выходим с Яндекса. До свидания. Так, вы еще хотите работать в Яндексе? Тогда вам нужно обращаться к Паше. Лично мое мнение, я вообще не рекомендую арендовать машину и работать в Яндексе такси. Это убыточно, просто пиздец. Просто нету слов. Я все. Ну, вы, короче, знаете. Так и... Окей, всем пока.